Я отклонил, ну и давайте, наверное, соответственно, переходить к составу. Горбачев. А что касается третьей пятерки нашей сборной, видим, что Краснодар Салея, это Максим Чуканов и Арсений Добранский, плюс Ярослав Антонов и Егор довольно важный. Понимаем, что из нашей команды много специалистов следит, и вот момент, какой появляется сейчас. Не удается пробить, кстати, Павлов был. Еще один бросок в ближний угол. Молодцы. Просто ее глазами уже провожал Ермоленко. И здесь еще одна ошибка. Хоккеистов ПФО на шайбы. Плюс понимаем, что турнир. Видим, работает. Плюс помогает ему уже Брызгалов. Бросок с неудобной. Еще один бросок. Григорьев. Но здесь, кроме сборной Беларуси и Приволжского федерального округа, еще момент. Торт Ермоленко. Шикарно. Это мало бросков. Но видим, что сейчас Ермоленко вручает всегда меньшинство до конца. Еще один наброс есть. Ермоленко выручает, покажут. Вот еще, кстати, момент может получиться. Вот такая попытка от Брызгалова. Но вот здесь шайба мечется на пятаке. Ермоленко сейчас получается у хоккеистов ПФО. 2 минуты 45 секунд. По сути, вот такой резерв времени остается в этом первом периоде. Здесь вот хоккеист сборной Беларуси. Это был Жуков. Еще бросок может получиться. И 1-0. 1-0 по итогу. ПФО выходит вперед под самый занавес первого периода. Да, это как раз был Давлетшин, 15 номер, то есть очень много свиста. Поддержит эту атаку, вот такая передача на фит, второй период. А вот здесь очень хороший хит, это попытка мельницы, и вот такой бросок мне особо не понадобилось. Поэтому будем верить, что это тоже таким положительным моментом будет. И еще один наброс, и сейчас понадобилось для того, чтобы выйти из своей зоны. Здесь может получиться опасно, передача на дальнюю штангу у ПФО. И вот здесь можно убежать, можно придумать опасный момент, бросок, и где же шайба, нет. Она не оказывается за ленточкой ворот. Александра Теплакова, и я так понимаю, что... Да, гол! Нет, все-таки шайба оказалась в сетке ворот. Располагается, поэтому довольно сложно. Здесь было, конечно, определять, пересекла ленточку или нет. Но вот здесь, да, все-таки забросил Лещук. 1-1 в меньшинстве ПФО при игре в формате 5 на 4. Так еще удалось забросить благодаря усилению Лещука. Линию бросков пока нет. Еще момент есть. Ермоленко, да, не с первой попытки. Довольно дисциплинированно действует, то есть еще ни одного большинства в исполнении. Ух ты, вот это бросок сейчас. Кстати, бросок нам может здесь получиться 2 в 3, плюс поддерживает атаку. Лещук, в принципе, не прочь свою голевую тенденцию и серию продолжить. Все такой наброс. В исполнении хоккеиста сборной Беларуси это был, кстати, Чуканов. Момент какой. Нет, здесь шайба. А близко реально немало проблем. Они доставляют еще один бросок в ближнюю девятку. Наши ребята останавливают. Это уже контратака от белорусов. Бросок такого, благо, что удается отработать. Около своих ворот. Передача еще одна. Ермоленко, что сумел шайбу перехватить, хоккеист ПФО, и 2-1 по итогу. Вновь хоккеисты Приволжского федерального округа выходят вперед. Ну вот, по сути, ПФО, да, вот такой бросок, конечно, очень обидная шайба для Ермоленко. Да, я так понимаю, что Шевцов, Брызгалов, Лещук, вот такая тройка сейчас. То есть хватает моментов ворот Григорьева, но вот здесь контратака ПФО, еще одна вот такой бросок, очень хороший блок. В сборной Беларуси есть у нас статистика по периодам, по броскам, важный компонент, вот здесь такой. Жуков, хорошая передача, есть бросок, добивание, 2-2, счет становится, сравниваем счет, это Шевцов. Шевцов под крыло. Смотрим еще раз. Шикарная передача Жукова на синюю линию. Бросок Соловья и добавление Шевцова. Зоны тоже могут возникать. Здесь есть бросок. Ермоленко выручает. Добавление еще одно. Там такую поработать. Ошибка Ермоленко. ПФО получается именно так. Гайнулин. А вот здесь момент еще может получиться. 2-3 счет становится. Сборная Беларуси выходит вперед. Шикарная атака. Шикарная. Здесь пустая сетка ворот была перед Белодедовым. Он ее и поражает. У Шевцова 1+. Сборная Беларуси ведет. А вот здесь момент у ПФО. Вот такой бросок с колена. И по Добранскому. Вот такая передача по синей линии. Есть бросок Ермоленко. Ермоленко вручает, там, не знаю, очень большой объем работы проделывали и ребята, и тренерский штаб в рамках подготовки к этому кубку Сириуса. И здесь момент может получиться, Ермоленко, шикарно. Что вышли.
На заключительную треть, и здесь еще и перекладина вручает. Получается, есть бросок, Ермоленко в игре, добавление еще одно, а здесь, блин. Давлетшин, и еще бросок есть. Гости сегодня очень часто удаляются, учитывая, что ПФО. Тяглов, есть бросок, Ермоленко. Сириусу не стоит много предоставлять. Соперникам здесь еще одно удаление. В среднюю зону отправить. Еще бросок есть. Ермолинов. Морданов. Есть бросок. 10-го номера. Морданов с разворота. Здесь Ермоленко надежен. И опять же небольшая потасовка. Из зоны передача. И 3-3. 3-3, к сожалению. Петренко забрасывает. Ну и вот, в принципе, цена удаления. Очень много удаления. 3-3 сегодняшние матчи. Смотрим еще раз. Да, просто передача шикарная. Здесь стоит отметить, даже не Петренко хайпит, на ошибки, конечно, возрастает. Несколько раз вот такой бросок, Ермоленко. Получится у ПФО, броска пока нет, и Ермоленко. Здесь еще один момент может получиться у ПФО, но вот видим, что немного замедлилась атака, есть бросок. Ермоленко вручает, правда, шайбу пока не видит. Сборная Беларуси появляется, если не ошибаюсь, это Соловей. Да, так и есть 14 номер здесь, вот так вот Синкевич, там его поддерживает Павлов, бросок Синкевич. Варфоломеев, еще бросок, не накрывает эту шайбу Ермоленко, и, к сожалению, 4-3. 4-3 забрасывает Варфоломеев, очень обидная шайба. Если честно, вот так по-бобровски попытался забросить Варфоломеев. Смотреть, судьи, вот смотрим, Варфоломеев бросает, выручает. Видим здесь Ермоленко, возможно, то, что помешал Ермоленко. С участием юношеской сборной Беларуси, поэтому ждем 18 числа. Я уверен, что там команда Александра Теплакова постарается реабилитировать.